Екатерина, здравствуйте. Ваш вопрос. Как узнать или определить, свободна я или нет? В смысле от прошлых ран. Екатерина, это только вы можете сказать, свободны вы от прошлых ран или нет. Если это вас задевает сегодня, то не свободны. Если вы, вспоминая о том, что было, и у вас не поднимается ком в горле, у вас не поднимается волна мыслей, огорчения, или обвинения, или оправдания, то вы свободны. Когда вы можете легко общаться с человеком, который когда-то вас ранил, или, по крайней мере, вспоминая о нем, вас это не будоражит. Когда вы можете его благословлять, когда вы можете молиться за него от чистого сердца. Это все показатели здоровой внутренности. Поэтому вы можете взвесить по своим ощущениям, по своему мировосприятию, свободны или нет. И, в общем-то, вы вправе задать Богу вопрос: «Господь, покажи мне, от чего я еще не свободна». И вот тогда, когда вы зададите такой вопрос, то обстоятельства вскоре придут, тестовые обстоятельства, когда что-то вам надо будет сделать, а вы будете взвешивать, могу я это сделать сейчас или нет, легко мне это дается или нет, либо мне придется еще какие-то усилия прикладывать, чтобы сделать. И тогда степень несвободы, которую также принесите пред лицо Божие. И скажите: «Господь, помоги мне получить полную свободу». Потому что то, от чего вы свободны, вы тем владеете. Если вы от чего-то не свободны, это владеет вами. А значит, вам портит настроение, значит, портит ваши отношения, значит, не дает вам быть послушной Богу в том, что Он от вас ожидает. Я вас благословляю честностью, самой собой, искренностью и открытостью перед Богом, а значит, придете к полной свободе.